Всех приветствую, оперативники ЧВК Escape from Tarkov. Вещает сибирский медведь, добро пожаловать в мою уютную берлогу. Сегодня я выполняю челлендж Мегадеса, он же Дмитрий, со своего собственного канала. Недавно он снял видео, где он выжил, залутался и вышел живым с карты лаборатория с оружием Vapor Hunter. Мне заинтересовал данный челлендж, и я решил попробовать тоже проделать такой же трюк. Мою экипировку вы можете видеть, оделся я не особо значимо, попытаюсь полутаться. Вот. Прямые конфликты с ЧВКшниками, если таковые будут, я вступать не буду. Ну, если получится кого-то убить, это, конечно, будет хорошо. Но наша задача полутать, убить ботов и выйти живыми. Немножко посидим, послушаем, что будет происходить на локации. Сразу торопиться не будем, рядом у меня, если что, кнопочка есть. Мы ее можем активировать. Тем самым можем привлечь первых рейдеров в наши позиции. Время позднее. Поэтому вполне возможно, что онлайн будет не очень высокий. Сидим в засаде. Первый пошел. Первый патрон делает свое дело. На этот прицел, кстати, наговаривают, говорят, что он не очень точный. Вот. Ну, в принципе, сейчас один выстрел был только промах, и то это по моей вине. И два точно в цель. Еще где-то слева идет один. Сюда вряд ли много оперативников придут, ну, рейдеров. Скорее всего, парочка, ну что-то. Тихо на локации. Неужели никого нету? Где-то сел. Стесняется малыш. Жир он слева. Чисто. Нет, он не слева, он, значит, прямо. Вижу! Отлично. Так, магазин надо подобрать. Блин! Сука. Не тот кейс взял. Прикиньте. Как же так-то? Ну, это я. Это я умею. Ну, а вот и разгрузка хорошая. Смотрите, двумя выстрелами просто убиваем всю броню, да, в груди. И бронеразгруз. И непосредственно саму броню. Очень сильный патрон. 61-й. Хантере просто жопа какая-то. Имбалансное оружие, однозначно. Ну, я думаю, она таковым будет недолго. Так, ладно, все, уходим. Лифты больше нигде не активированы. Возможно, что я один на локации. Я говорю, играю в очень позднее время. Далеко не прайм-тайм. Ну, заодно и подлутаться. Я думаю, наверное, для любителей PvP не очень будет интересно посмотреть. Кстати, тоже можете принять челлендж, потом отписать в комментариях, как у вас получилось, не получилось, какие были результаты. Вот. И я бы хотел, конечно, еще у кого-то увидеть челлендж, например, Хаба Гейм, может быть, Абакан. Еще ребята, кто не побоится бросить вызов лаби и пойдет сюда с Хантером. На самом деле оружие сильное. И, по сути, если просто аккуратно себя вести, то почему нет? Yeah.
Ловко. Неплохо. You better worry. Скажем так, легкая жопа у меня. Так, блин, никаких патронов не напасешься. Плюс таких магазинов, то что они хотя бы быстро заряжаются. Качаются тоже быстро. Это их многовато. Да какого хрена? Почему я его не убил? Сука. Тихо. Блин, беда. Да, беда, беда. Короче, надо лутать то, что у нас есть, и уходить. Мне этого добра тут хватит. Ого. Насколько. Давайте еще вытряхнуть магазины. Я вас уёб, они все слева прижались и сидят там. Блин, ни одна граната, ни одного из них не зацепила. Ну, смотри, какие шустрые. Умирать-то не хотят. Я не могу сказать, что 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 я не могу с
Фух, думаю, пора валить потихонечку. С ними я не справлюсь, у меня уже слишком... Кстати, подожди, ну-ка. Мы все равно на выход уходим, так что возьмем. Надеюсь, меня не коснут. Блин, тут тоже есть. Неужели это ЧВК? Он наверху. Вот такое вот получилось видео. Я решил оставлять его не таким уж обрезанным. Да, я не вышел из рейда, меня убил в спину ботинок. У меня был выбор, либо побежать в медблок через двери, либо через стеклянные двери. Я думал, что возле дверей кто-то есть, и побежал в стеклянные. Ну, как вы видите, моя ставка проиграла. Так как у нас уже начался вайп, и в этом патче я уже играть не буду, так что сейчас мне не представится возможным выполнить данный челлендж. Ну, если учитывать одну попытку, то я ее провалил. В целом, рейд получился интересный, мне понравилось. Обидно, конечно, что лут я не вынес. Но дерьмо случается. Так что, если хотите, попытайте счастье. Вообще, Хантер очень сильное оружие, и мне понравилось его использовать на лаборатории. Очень быстро и эффективно косит ботов. Да и, думаю, людей тоже. Но маленький боекомплект и неплохая отдача могут сыграть с вами злую шутку. Имейте это в виду. Всем хорошей игры и пока.